Да здравствует взрослая жизнь! 95 выпускников простились накануне с Краснодарским президентским кадетским училищем. Этот праздник грустный и радостный, но очень красивый и трогательный. Как это было, знает Виталий Молчанов. Даже затяжной дождь не помешал торжеству, на котором собрались не только виновники и их родители, но и очень серьезные гости. Среди которых два героя России, два генерала армии – Владимир Михайлов и Виктор Казанцев. Перед такими людьми кадеты казались еще более подтянутыми и взрослыми, а напутственные слова начальника училища Геннадия Барковского слушали, затаив дыхание. Уважаемые кадеты, педагоги, гости нашего праздника! В нашем училище завершился очередной, уже 7-й учебный год, который знаменуется первым выпуском кадет, прошедший полный 7-летний цикл обучения. Это 95 воспитанников, в том числе 55 человек – это жители Краснодара и Кубани. 2018-2019 учебный год принес училищу много новых побед. В течение всего периода обучения кадеты освоили учебные предметы, овладели спортивными навыками, приняли участие в сотнях олимпиад, смотров, конкурсов, конференций различного уровня. С таким багажом знаний ребята могут с уверенностью смотреть в будущее. Здесь же, в торжественной обстановке, выпускники получили аттестаты, которые наверняка станут хорошим заделом в их дальнейшем образовании. Многие из юношей уже выбрали для себя военные специальности, например, Владислав Елисеев. На самом деле мы долго к этому шли, я шел к этому 6 лет, мечтал об этом. И вот этот день наступил, на самом деле сейчас чувства перемешаны, чувства радости, чувства печали. Жалко, грустно расставаться с родным училищем, но впереди, наперед у нас поступление в военное училище, я поступаю в Вольский военный институт материального обеспечения. На самом деле я считаю, я готов поступить. Тагир Шакиров тоже собирается связать свою жизнь с армией. На самом деле, сегодняшний день я ждал 10 класса. Как раз как после я выпустился с 9 класса, поступил в 10 класс, я подумал, побыстрее бы сдать ЕГЭ и выпуститься с этого училища, чтобы продолжить свою жизнь, дальше развиваться. Я поступаю в военный университет Министерства обороны. Хочу стать военным, пойду экономистом. Какой же подтянутый кадет без стройной барышни? Какой выпускной без вальса? И закружили юноши своих дам в танце. А вот у барабанщиков ансамбля «Ритм» прощальный вальс еще не скоро. Ребята мастерски задали ритм, чеканный. Затем кадеты простились со знаменем училища, прошли по плацу, подкидывая монеты под дружное, и все. И все. Но все только с училищем. Впереди другая жизнь, взрослая. Виталий Молчанов, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар».